Друзья, привет! Вы на канале SkyTop Games, и, собственно, в The Isle of Rima подкатило аж два новых патча. Кого-то может это радовать, кого-то нет, но давайте к сути, что произошло. Расскажу вкратце, по изменениям, поясню, и остальное вы запомните и протестите сами на серверах в Rima. Начнем с самого главного, на мой взгляд. Стамина. Вот такая табличка. Сейчас стамина работает именно так. Процентное соотношение 75-100 стамина восстанавливается, когда вы идете, лежите, идете на Z или стоите. Соотношение 50% 75 стамина восстанавливается, когда вы лежите, стоите или идете на Z. Соотношение 25-50% стамина восстанавливается, когда вы лежите или стоите. Процентное соотношение 0-25 стамина восстанавливается, когда вы лежите. Далее, пройдемся по еще немаловажной теме. Это спавн ботов. Ботов теперь стало намного больше, боты спавнятся во многих местах и даже в изобилии. Короче, голодным вы не останетесь, но распределяйте пищу правильно между своими пати. Одного кабана может не хватить на стаю джуф омнирапторов в составе 4 голов на полный желудок. Ну, сами, короче, потестите и все увидите. Также огромным плюсом стал правильный спаун рыб, да и назухи теперь не останутся голодными. Еще по галлюцинациям дилофазавра. Время восстановления от галлюцинации теперь в диапазоне с 5 минут до 1 минуты. Еще галлюцинации больше не будут появляться, если цель находится слишком далеко. Ну и, наверное, напоследок. Увеличено время исчезновения следов по умолчанию с 1 минуты до 5 минут. Думаю, это самое главное, что я подчеркнул в данном ролике. Ну а с тебя подписка, палец вверх, колокольчик, все дела. Все, всем хорошего выживания в The Isle of Rima.